Всем привет! Сегодня мы построим робота-коробку. Эту идею я увидел у одного зарубежного ютубера. Я его усовершенствовал и постарался сделать простым для вас. Ссылка на видео есть в описании. А перед тем, как начать туториал, посмотрите, что он умеет. Время туториала. Будем строить на высоте 10 блоков. Строим платформу 4 на 4 блока. Вверх поднимаем стенки на 4 блока. У верхней платформы отключаем коллизию. Чуть левее центра ставим поршень. И с другой стороны точно так же. Длину поршней ставим на 8. Ставим смотрящие вниз сервоприводы. У этих поршней ставим длину 5 блоков. Я решил сразу покрасить все это. Один поршень ставим внизу. У нижнего поршня ставим длину 7 и строим голову. Сверху ставим поршень и у него длину ставим на 7. По бокам ставим 2 сервопривода. Чтобы получить сервопривод, спускаемся вниз в магазине и покупаем вот такой вот набор с колесами. Тут дают 2 сервопривода. Мовы ставим на 0.5 и устанавливаем еще 2 поршня. Их длину ставим на 5. Сейчас построим им опоры, чтобы они не падали. У всех блоков, которые я выделил, отключаем коллизию. Выделяем другие блоки и у них включаем прозрачность на 100%.
у всех этих механизмов, которые я выделил, нужно отключить коллизию. Это нужно, чтобы робот поместился в коробке. Строим глаза, я их буду строить из неона. Чтобы цвет не был таким ярким, нужно его сделать потемнее. Задвигаем их внутрь, чтобы они не отвалились. Строим еще несколько опор. Ставим здесь титановые блоки. В каждую сторону расширяем их на 3 единицы. Немного оттягиваем от ног, чтобы опоры не мешали ногам. У пластика отключаем коллизию и включаем прозрачность на 100%, а у титана только прозрачность. Сзади ставим мотор, включаем у него прозрачность на 100% и отключаем коллизию. В кабине ставим кресло пилота и начинаем привязку. С помощью гаечного ключа выделяем все поршни и двигатель сзади и отвязываем их от кресла пилота. И не трогаем сервоприводы. Чуть сзади головы ставим кнопку, к ней привязываются все поршни, его нужно отвязать от двигателя. Ставим еще одну кнопку, к которой должен привязаться двигатель. И еще проверьте, чтобы у глаз была коллизия. У нижних сервоприводов включающийся момент ставим на зеленый. Крышу задвигаем в стенки. Спереди устанавливаем стекло. У стекла и блока под ним отключаем коллизию, чтобы мы без проблем могли заходить в робота. Чтобы передвигаться, нужно включить двигатель. Если нажать на верхнюю кнопку, то мы трансформируемся. Все, наш робот готов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, пишите комментарии. Всем пока!